Всем доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Мы пришли с первого урока. На улочке у нас пасмурно, но дождь хотя бы не идет. Пока что. Пока что. У нас есть полчаса. У нас будет сегодня Булгаков. И литература. Булгаков. Греем нашу курочку. Ай. Будем сейчас Эми ногти снимать. У нее уже два отпала. Один сломался. Но она с ними сколько? Месяц проходила больше. Ну, вообще нет. Поэтому. Что надо? Хорошая. Ну, вот одна рабочая рука. Все ей на телефоне этими пальчиками. Вот и отвалились. Ладно, будем делать. Готово! Ноготочков больше нет. Да. Сколько мы делали? Час, два? Сейчас три часа. Три часа? Сколько мы, наверное, два начали? 10, 11, 12? Ну, час. Прикольно. Может, даже меньше. Эми понравилась маслица, которая пахнет ванилькой. Да. Девочка, вот так мы слушаем тут этот, как его, мастера Маргарита. Вот, мы будем про нее делать презентацию. Я тут ноготочки рисую. Ничего не видно. Это неудачный опыт с вольмой. Как красиво. Угу. Школьный. А еще мы стали варить макарошки. Угу. С тунцом. Эми выживает. Вот так. И мы уже сколько послушали? Три часа. Три с половиной часа уже послушали. Будем такое вот кушать. Всем приятного аппетита. Приятного. Авокадо у нас тут. Еще у нас калиточки. Там Лаура привезла и продала их. Вот мы их едим. Ну, я не. А Эми выживает. Я не хочу его сделать. Сегодня? Да. Ты чё? Что? У тебя даже половина еще не сделана. Я его сделаю. Половина не сделана, ты уже два дня делаешь или три. Я его сегодня сделаю. Но зачем? Хочу, чтобы потом следующий начать. Ну, завтра сделаю. Да нет, еще не с покошки ножки. Потому что мы слушали мастера и Маргариту так долго, что у нас осталось 2 часа. А на сколько мы? 5:05, да? Ну, мы с тобой прослушали 8 часов. Ужас. Понравилось. Ага. Интересная книжка. Вот. Так и живем. Нам что-то надо было сказать? Завтра у нас один урок. Ладно, уже поздно. Будем ложиться спать, поэтому всем спокойной ночи. Кошки-ножки. Всем пока.